Итак, а здесь у нас представлено сцепление для автомобиля Hummer H3 для механических коробок передач с двигателями 3.5, 3.7. Также механика устанавливалась у нас на автомобиле Chevrolet Colorado, GMC Canyon, это пикапы американские, и Isuzu был. Коробка у нас осиновская, сцепление данное от Saxo. А по факту заказывали саксовское сцепление, а отправила нам это вообще компания ZF, которая базируется в Америке, их представительство. Вот такая вот коллаборация у них. Коробка осиновская, сцепление саксовское, а продает все это дело на вторичный рынок, на автормаркет компания ZF. Вот. Сцепление выглядит таким образом, сделано качественно. Двойные пружинки. Вот, сейчас это дело поедет клиенту вместе с выжимным подшипником. Вот, корзину сцепления клиент не захотел менять. Так что сейчас это на упаковку и на отправку. Ребята, у кого механические коробки передач на Хаммерах H3, кому нужны комплектующие для механики, без проблем. По наличию этого нет, смысла нет привозить. Заказывают очень и очень редко, и на складе это только пылиться будет. Под заказ я это могу привезти в течение кратчайших сроков, там буквально 20-25 дней. Если кому-то нужно срочно, ну, без проблем со складов, можем отправить авиа. Естественно, это будет дороже.